мост работал в режиме перегруза, есть предварительная информация, что как раз перед тем, как мост обрушился, проехали две, значит, большие фуры. Как только они прошли, значит, исходя из показаний свидетелей, тут же шум, грохот и обрушение данных конструкций. Заявление подано в полицию, но соответствующие органы должны разбираться в данном вопросе.